Всем привет. Море Лазаревское, утро. Хотя утро такое. Ох ты, смотрите, сколько рыбок. Не знаю, видели вы или нет, но они такие похожи, как на тех рыбок, которые я снимал в речке. Очень даже похожи. 6 мест на банане. Пока еще свободны, так что если вы вдруг планируете прокатиться, и если вы в Лазаревске, конечно, то приходите. Пойдемте в воду, окунемся. О, рыбки нас сопровождают. Водичка. Ой, смотрите, я не знаю, видно вам или нет, там вообще мальки-мальки. Прям малюсенькие такие. Даже еще не рыбки. Не сформировавшиеся. Утро на пляже. Вода теплая, прозрачная. Я уже говорил, не помню. Уже второй ролик снимаю. Людей полно, солнце припекает. Сейчас, походу, команда очередная отправится на супах прокатиться. Я зайду поглубже в воду, окунусь. Остыну, так сказать. В небе летит вертолетик. Маленький так. А может, не маленький, нет? Такой нормальненький вертолетик, я вам скажу. Издалека кажется, что маленький двухместный. На самом деле нет. Колесико еще не крутится. Сотрудники, работающие на колесе, отдыхают. Так, ну что, Мария там проводит инструктаж. На меня пальцем показывает. Так, я все вижу, да. Она на меня пальцем показывала только что. Не знаю, дождемся мы или не дождемся выхода в море вот этой группы полосатых купальников. Но море я вам точно покажу снизу вот так вот. Эффект пребывания, практически погружение. Да, группа на сапах где-то там далеко в море. Не дождусь. Пойдемте узнаем у Маши, что там, как там, они там собираются или не собираются, или так опять только тренируются. Но у них суп один суп на всех. Кстати, сейчас ценовую политику покажу. Уже разукрашивают, смотрите, надпись «Лазаревский пляж» появилась. Королева. Звонит она. Один остался, один. Что? А где все? Добрый. А, помыла таки все-таки. А где все? Да, где все? Сапа, супа. Когда они придут? Они ушли. Вот, отдавайте мне. Я приму. Я приму. Она сейчас занята просто очень, ей лучше вот не мешать. Ребята, лучше канал «Лазаревский». Ой, да ладно, ладно. Сейчас перехвалят еще. Все отпишутся. И ушла так. Странно. Два весла, один сап. А зачем два весла? А так бери. Что, два весла на один сап? А, они балуются, понял. Я вот когда приходил, вас не было. А я хотел покупаться, поплавать точнее. Купаться не хотел. Сейчас смотрите. Тот редкий случай, когда они вдвоем на одном сапе. И два весла. Две девушки с веслом.
Сейчас посмотрим, может, кто упадет. Я не знаю, как это вдвоем на таком судне это плавать. Они нормально, девчонки залезли, забрались. Ну, с Богом, как говорится. Обычно на перекрещи. А весло второе отдашь? А зачем туда брали? Передумали, девчонки. Одна говорит, я не буду грести. Ну и правильно. Она нафиг надо. Одна царевна. Царевна. Всем доброе утро, ребят. Всем пока. Привет с пляжа Лазаревского. Лазаревского 2. Все нормально, все тепло и хорошо. Водичка супер. Эх, самому надо поплавать, но времени нет. Всем пока.